Привет, ребят! Ну, перво-наперво хотел бы вас всех поздравить с наступающим. Мы завтра еще вас перед самым Новым годом поздравим вместе с Мишаней. Мишаня нарушил свой постельный режим и приехал вас всех тоже поздравить. Мы уже это записали, потому как завтра будет не до поздравлений. В общем, все как в Кремле. Записывали в июне еще. Шутка, конечно. Сегодня я хотел бы вас всех поблагодарить вот от всего сердца, от всей души, поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказали Николаю из Северной Осетии. Это вот наш последний ролик, кто не видел, посмотрите. Это я не перестаю удивляться отзывчивости наших людей. Всем и так тяжело достаточно, но каждый нашел по мере возможностей, сделал свой вклад для того, чтобы мечта Николая осуществилась. Как я уже и говорил, им очень нужна машина для того, чтобы были хоть какие-то возможности для передвижения. Потому что любой выезд в больницу, в ну куда угодно, для них это целая проблема. Кого-то надо просить, где-то брать деньги, платить, еще что-то. Огромное вам всем спасибо за то, что вы отозвались, и мы вот с миру по ниточке практически на нее насобирали. Немножечко не хватает, ничего, мы подождем еще, может быть, еще соберем, где-то мы еще раз сами добавим. Но вот одни бы мы с Мишаней не смогли бы это осилить, потянуть, и хочется все-таки, чтобы это была хорошая машина, а не чтобы в нее не вкладывать постоянно, чтобы и так маленькая пенсия Николая не уходила на запчасти и на постоянный ремонт. И его супруга Ольга не стала еще и автомехаником. Она стала уже плиточником, укладчиком фундаментов. То есть она освоила много уже вещей, которые ну, не свойственны женщинам и не должны быть. Она и так умница, она и так тянет все это хозяйство на своих руках и ногах. И достойна только уважения. Большое вам, ребят, спасибо. Еще раз, ну и Николай хотел бы тоже вас всех поздравить и поблагодарить от себя вот так, как он может. Он волнуется, он, кстати, открыл свой канал, ссылочка на канал будет в описании к этому ролику. Смотрите, заходите, будет интересно, как человек вот просто встает и идет, хотя не может ни стоять, ни ходить. А бежит быстрее нас, торопится жить, старается это делать. И когда видишь такие видео, они мотивируют. Мотивируют к тому, чтобы мы делали что-то, даже когда не можем этого делать. Шли, когда не можем идти, и вставали, когда не можем стоять. Главное, не опускать руки. Добро! Добра вам всем. Как оказалось, я тоже волнуюсь. Ну и смотрите Николая. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось бы сказать слова благодарности вам. Спасибо за то, что помогаете. Благодаря вам у нас будет Новый год. Благодаря вам у нас свершится наша мечта, о которой мы мечтали очень давно. И хочу поздравить вас всех с Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья и всего того, чего вы сами задумали. Дай Бог, чтобы у каждого из вас сбылись и ваши мечты в новом 2019 году. Большое вам спасибо. С праздником вас!